Сегодня в 10:00 на участке Богдановка-Петровская Донецкой области начался процесс отвода войск. При этом эта территория продолжает оставаться под контролем украинских властей под наблюдением разведчиков и ОБСЕ. К воскресенью войска должны быть отведены на 1 километр с одной и другой стороны по 3 зонам безопасности в районе населенных пунктов Золотое, Петровская и станица Луганская. Жители Волновахи, как они относятся к разведению войск? По минским договоренностям нужно войска будет отвезти и 2 поселка. Давно их надо отвезти. Почему? Ну, обиду стреляли. Я не думаю, забыла. Вам... Они нас защищают, мы радуемся. Я всегда низко кланяюсь этим солдатам, которые стоят рядом с нами. И пусть останутся здесь. Ни в коем случае. Я только за то, чтобы они здесь были. И не надо их отводить. Они наша защита. Давно должен быть мир, я не знаю. Вы меня не... Я ничего не понимаю в политике. Мне нужен мир, чтобы... Я против отвода войск. Ребята должны нас защитить. Мы не хотим быть в серой зоне. Будут обстрелы. Просто-напросто нас будут обстреливать. Ну, тут как люди, как вам кажется, настроены за то, чтобы отводили войска или чтобы не отводили? Вот жители Волновахи, молодежь. Против отвода войск. Молодежь. У вас город украинский, все за украинцев. Мы не хотим жить так, как в Донецке сейчас. Обстрелы, все. Зачем он вам? Ну, вы... То завтра Путин не застановится и не станет ни... Как вы относитесь к тому, чтобы войска вот отводили? По минским договоренностям, вот митинг против того, чтобы отвезти войска. Как вы считаете, нужно ли отводить войска или нет? Нам треба виходити, піднімати знову... А от чого опасаються люди, якщо війська все-таки відведуть? Ну, я думаю, що ми відведемо війська наші, відведемо на таку дистанцію, на яку не зможуть вистрілитися. Против, звісно, і ще чого. І уходити ребятам ніяк не можна. Слава! Слава! По-моєму, у нас зараз стоїть 130-та, а не 72-та. Ми вже не знаємо, як воно краще буде, лиш би мир. Дановки будут отведены. Вообще в городе не должно быть. В полях. Так они в полях стоят, но их отводят. Если все будет честно и правильно, это должно быть безопасно. Граница-то останется. И эти контрольные пункты, они же останутся. Но в серой зоне окажутся 2 села, и это возможно... А что есть серая зона? Я слышала, что это вообще не определено ни в каких договоренностях. Эта территория будет украинская. Ничего. Вы не переживайте. Если будет законодательная база под это все будет нормально. Мы спросили и мариупольцев, как они относятся к разводу войск. Я вообще хочу, чтобы не было войны. Вообще нигде, ни в России, ни в Украине. Мы стали плохо жить из-за этой войны, правильно? Украина не будет, это не будет. То есть вы верите, что Минские соглашения будут исполняться? Нет. А вы? Слышишь? И с той, и с другой стороны, что мы отойдем, а не зайдем. Я, например, считаю, что тут должно быть решение политическое, руководство страны. А уж если, допустим, с той стороны будет нарушение, то на это есть комиссия ОБСЕ. Здесь нужно ли отводить войска сейчас, вот, или все-таки будут провокации? Я не понимаю, нам надо, чтобы не было войны. А вы откуда, все. Скажите, пожалуйста? Я с Мариуполя, вот живу на проспекте Мира и кричать хочу за своих детей. Кто-нибудь сделайте, чтобы не было войны. И тут не будет. Да. Но если будет провокация... Надо было не вводить даже сюда, а слушать людей. Если они... обоим, то нужно. Но если не будет нарушать та сторона. Ну, да. А если так, то смысла нет. От в отводе войск. Да. То есть... Им нужно отойти просто. Если они сидят друг напротив друга, и вот они и стреляют. Если не отойдут, стрелять никто не будет. А может быть будет тогда провокация, кто-то пойдет наступление, та сторона, допустим, начнет наступать. Как вы к этому относитесь? Провокацию можно устроить, и что там что-то. Да, и с той стороны, и с той стороны. Однозначно. Я считаю, что нет. Потому Почему? Что как бы если уже пошла война, то надо уже идти до конца. И отступать, думаю, не стоит. Ну что не будет? Мы надеемся, что ситуация не улучшится. Наоборот, что будет лучше. Потому что все устали. И такие жители мирные устали, и военные, я думаю, устали. Те домой, наверное, хотят. Эти, которые наши здесь. Хотят же, наверное, уже домой. Мобилизацию все ждут. Что они же так отвечают на такие вопросы. Мы хотим, чтобы мобилизация прошла. Президент же пообещал. Где мобилизация?
Ну, чтобы здесь не было. Ой, не мобилизация, а... Демобилизация. Да, демобилизация, чтобы прошла. Ну, я слышала, но дальше Украина не должна отступать. Украина должна будет находиться в своих границах, где она была и раньше.